Здравствуйте, это репортаж с обрыва в парке Шевченко, и у нас в эфире Ярослав. Я очкую тут высоко. Начинаем. Ебать, огромный шмель. Всем привет, это портал kickstarter.net. И сегодня мы поговорим о новой программе от компании Google. Знаете, однажды я проснулся и знаете, что увидел? Подкаст-менеджер от Google, прикиньте. Называется он Google Listen или просто Listen. Что здесь есть? Ну, во-первых, тут есть какие-то подписки, да? То есть, что я слушаю, мои подписки, популярные запросы, то есть, что по поиску там будет популярненько. Ебать, интернет не работает. Ладно. То, что я прослушал недавно, и, допустим, кликаю по нему, и, соответственно, могу прослушать по новой. Да? Очень классно, что видно шоу-ноты. Вот в многих подкаст-менеджерах, в частности, тот, который, типа, называют самым лучшим Beyond Pod, там этого нет. То есть, ну, как бы есть, но как бы нет. То есть, до него добраться очень трудно, и не все даже в курсе, где он находится. И когда, допустим, люди с подкаста говорят, что вот там вот есть ссылка на какую-то вещь, которую они рассказывают, там, в шоу-нотах, да, а ты такой, нету, потому что у меня Beyond Pod или еще какая-то чушня. Хотя на айфоне таких проблем нет, там, шоу-ноты по умолчанию показываются. И начнем с того, что там вообще, в принципе, подкаст-менеджер встроенный. Вот. Но что делать, если нужно промотать? То есть, тоже не проблема. Он умеет запоминать, где вы остановились, то есть это есть. Он умеет воспроизводить с того момента, когда, допустим, вы вытащили наушники, не остановив подкаст. Он остановится, то есть никаких проблем, не будет орать на всю улицу, там, что вы там, собственно, слушаете. И если нам, допустим, нужно что-то новое послушать или добавить что-то, то есть это можно добавить простым поиском, вбить, как бы потянется FeedBurner или Google Reader, соответственно, и можно будет прослушать нужный вам подкаст. Вот, есть популярные запросы, а интернет все еще не поднялся. У тебя руки желтые, потому что солнце на них светит. Желтые ручки. Ебрые! В заключение хочется сказать пару слов в этой программе. На самом деле, очень классно, что Google наконец-то сделала хоть что-то нужное для своих смартфонов. Понятное дело, что это пока что всего лишь бета, даже скорее, наверное, альфа. Хоть этих глюковых вылетов не было замечено, точнее, не было замечено. Но, тем не менее, очень-очень маленький функционал. То есть, хотелось бы больше. И интерфейс все-таки нужно подправить, потому что все это напоминает программку, сделанную под 1.6 Android. То есть, никакие гайдлайны, да, абсолютно не соблюдаются. Даже если сравнить со стандартным плеером, разница колоссальная. К тому же, чуток слабенький звук. То есть, я обратил на это внимание сразу, потому что мои-то косы звучат громко. И если сравнить звук, например, со стандартного плеера, я уже не говорю про PowerAmp с эквалайзером, да, все действительно очень грустно. То есть заходило до смешного, что даже маршрутку удалось перекликивать то, что там звучит в подкасте. Тем не менее, радует, что Google начал этим заниматься, потому что действительно чего-то к чего Android не хватает, так это хорошего подкаст-менеджера. Всем спасибо, это был портал geekstarter.net. Будем надеяться на то, что программа все-таки выступила.